времени записал. Перрм. Перрм. Ну чё, продолжаем. Спокойной ночи, Кайри. Не могу больше сидеть. Что такое? Спать хочешь? Черепунгий, здорово, блядь. А, его можем так сразу убить. Окей. Но я не буду лучше собирать. Ты чё, ты злой? Это мне уж Нипер. Если Нипер не захочет вам помочь, вы ничего не найдете. Так, помоги нам, ракообразный. Надо бы остричь ноготички ее перышки. Да? Попробуй. Ракушка подол, ракушка голов. Блять, слышь. Да ну нахуй. Вот тебе болтливая птица. Бронированному панцирь или ничтожные яйца нипочем. Ну ясно, давай, пока. Все. Идти. Сколько придется подписки? 60, как обычно. Добро пожаловать на борт. Меня зовут капитан Блаббер. Когда корабль потерпел крушение, я потерял свои сокровища. Ну так пойди и поищи их, трусишка Блаббер. Я не умею плавать, может быть, вы поможете старому морскому бегемоту? Конечно, мы найдем ваши сокровища. Вот и поговорили. Да. Только мы сначала тебя, Блаппер, сами обворуем. Еще раз. Угу. На весу? Угу. Слетать можно, походу, да? Здорово. Пробил твой звездный час, о, карачок. Ты будешь летать. Ну, наконец-то, козявка. И желательно, чтобы все было легко и понятно. Здесь все должно быть предельно ясно даже для твоих птичьих мозгов. Нужно всего лишь встать на летательный диск и нажать А. Здесь 25 красных перышек. Они помогут вам держаться в воздухе. До новых встреч. Так, а подожди, а куда мне лететь? На верхнюю платформу, скорее всего, да? Нажать А. Нет, это Б, подожди. А. Чтобы взлететь выше, вам необходимы красные перышки. Управлять. Нажать кнопку А. Однако не забывайте, у носатого всего 50 перышек. Окей. То есть я сейчас могу вот так вот лететь просто, да? Да ну что ты делаешь-то, блядь? Ты можешь полететь нормально, вперед. Улица, блядь. Опа, блядь. О-о-о-о, мимики. Мимики, блядь. Ага. Я понял, понял. Стой, назад, ну куда ты? Пойдем внутрь. Ты-ты-ри-ри, ты-ри-ри, пи-пин, пи-пири, пи-пири, пири. Так, и чё тут? На тебе нах. Глаза аж вывалились. Жесть какая. Так, ну я там вижу этого чувака, конечно. Ну что, так сыкотно?
А, там есть платформа. Нет! 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 Ты какой-то дурак, блядь! Дамс. Так, и чего? Нет. Нет, 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 нет. Меня тут не было, нет! Где эта акулка? Нет, 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 никаких кусь! Нет! 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 У-у-у, тихо! Тихо, боком! Да? А вот его залезем? Какой нафиг кусь еще? Нет. Нет. Что? Уровни здесь какие-то прям вообще жесть. Так, с тобой что делать? Ех, нихуя. Это надо... Ого. Так, подожди. Окей. Это было уида. Неплохое причем. Так, птаха вообще никого не любит, по-моему. Ты живой. Да куда, бля? Чё это? Это бомб? Я так понимаю, бомбу надо сломать? Да ну повернись ты хоть чуть-чуть-то, ну. Да ты издеваешься? Попасть. А что, он приближаться будет, если я... Да, блядь, ну что? Куда ты, блядь, поплыл-то, ебана мать? Убери. Все. Тихо, не падаем. Опять что такое? Не вариант. Опять какой-то скилл здесь нужен. Там перья лежат. Ты что плывешь сюда? Не плыви сюда. Жба-бомба. Так, а куда мы теперь полетим? Что я? Вон туда? Ну, давай. А зачем нам сюда? Окей, давай еще выше. Спокойно. Это что за место? Мы тут вроде были, да? А я, кстати, сюда так и не зашел. Окей. Ну я тут был, да. Тихо. Это что за крест был? Что это за херня? Сокровище, типа?
что ли. Чуть не упал. Так, что это за дом? Бум! Я, правда, туда залезть не смогу опять. Угу. Ну, посмотрим. Сдача спиц. По-любому. А чё я не могу? Ну, и как? Отличная была идея. Пикабока. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Ага, ясно, понятно. Не, ну мы не запрыгнем, да, я так понимаю. Че, сделаем уй? По-любому сделаем уй. Уй! На нахуй. Приземлился, как Цой. Он еще, главное, знаешь, и уи крикнул, самое интересное. На. Это самое интересное, потому что он крикнул уи во время прыжка. Уи. Нет, 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 нет. Так, а куда мы теперь можем полететь-то? Ну вот можем полететь? 40. Ну давай, куда-нибудь сюда полетим. Не знаю, что-нибудь видите? Нотки вижу. Ну тут мы не были явно. Куда? Зачем? Я хотел приземлиться. Приземлись, пожалуйста. Спасибо. Так. Даже я еще не вкурил. Сколько? А там что-то есть? А что там? Ну такое. Ладно. Тогда сначала поверху пробежимся, посмотрим, что тут есть. Потом надо будет вниз спуститься, там на пальмах нотки. У меня оставалось 5 нот, типа, да, я дверь открыл. Типа они не считаются, что ли? Чё это такое? Что это за ведро, блядь? Слышь, ведро, ты кто? Блять, ну ты вообще, конечно, летать, блядь, мастер. Пиздец. Че, угораешь? Мастер полетов просто. Ревущий гипопотам. А, тут можно было просто так залезть. М-м-м. Так, ну-ка давай, рассказывай, что тут у тебя за обилка новая. С помощью прыжково-толчковой пружины вы можете достичь новых высот. Козу справиться одна? А то у меня устали ноги. Не переживай, за тебя все сделает индейка. Встань на толчковый диск, а затем нажми и удерживай кнопку А. Сейчас будет вы, походу, да, превосходно. Вы выучили все техники, которые можно узнать в этом уровне. Окей. Нажмите, удерживайте. Ого. Неожиданно. То есть просто вверх прыгаем и все. Или типа... Ой, прыг!
Да куда ты? Ну я же зажал кнопку. Ну что ж ты делаешь-то, дебилой? О, господи. Меня этот прыжок бесит. Там что-то есть? А, нотки у него. А чё, вот он сейчас, он меня убьет или что? Блять, больно было, между прочим. Ну ладно, он больше не зареспавнится. Так что наплевать. Наверное. Ну и дай. Оп-оп-оп. Собираем нотки. Тем больше нам надо их дохера. Очень дохера. 180, по-моему, надо было, да? Для следующего уровня. 6. Даже или сколько требовалось, точно. Сколько у меня должно было остаться? А, ну, наверное, оно не засчиталось. Так, где-то тут я видел... Ага, вот еще. Шестьдесят. Да хера надо сыграть-то. Слушай, насколько большой уровень-то есть тут? Нужно 180 собрать. Что-то жесть какая-то. Так, я чё упал-то вообще? Сюда. Держи. Хорошо. Блять, я думал опять не долечу. Здесь очень такие мутные прыжки, прям я про вообще не понимаю, я допрыгиваю, нет? Нет, 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 не, о, блин. Тихо. Куда ты? Так, я вижу. Так, тут два сундука. Я не один. Эй, блять, больно было. Он у нас яйца ворует? Серьезно? Вот он наглый. Так а зачем там сундук? До свидания, до свидания, до свидания. Что там прячешься? Что прячет мудрый мимик? Это одна из тех игр, где можно спрятаться в мимике. И будет просто насрать. Потому что он тебя не убивает. Это как так-то вот, ну. Я помню, там он был от. А, бегом. Где я видел? Ага, раз, вот одну. О, нам 3 хп хватит пока, наверное, да? А, ну. Че у нас здесь? Окей. Я опять думал, не долечу. Здесь все очень плотно сделали платформинг. Но в плане, если ты не долетаешь, то ты не долетаешь. Все. Нет такого, что с запасом тебе там дают. Прям. Че это такое? Ищите золото, следуйте за подсказками. За какими? Ага. Тих ты. То есть я должен полететь туда. Окей. Туда это куда?
Мы еще такие видели штуки? Так, крест. Вижу крест. Стоять, стоять. Возьми его, возьми. Да, блядь, куда ты, ну? Ладно, приземляемся, короче. Сейчас отсюда прыгнем. Прикольный мимик. Мимик-сороконожка. Троих спасли. Господи, эта птица летает вообще хуже, блядь. Блядь, все что угодно вообще в любой игре. Окей. Значит, летим дальше. Я так понимаю, можно пешочком пройтись, да? Здрасте. Я возьму, спасибо. Тут мы взяли все, что было. Наверное. Так, где крестик? Только что увидел его. Здесь? Окей. И сейчас вдруг выяснится, что, короче, искать нужно Экс! Угу. Найс. А мы можем что-нибудь типа... Да, можем, действительно. Это очень опасно. Что это за хрень? Я не могу. Подожди. Я хочу узнать, что это. Что это за банка? Здорово. Меня зовут Лики. Во мне не держится вода. Может быть, у вас получится заткнуть течь камушком? Чего, блядь? Каким камушком еще, блядь? Камушком? Вообще, хоть где-нибудь камни здесь видели? Что я... Что-то я немного в растерянности. Каким, блядь, камушком? Чё тебе надо, птица? О, смысл, сейчас будет топ. Баям! Нет, не будет, ну ладно. А вот теперь вы меня ни за что не найдете? А? Это как так? Что значит, мы тебя никогда ни за что не найдем? Троллинг уровня Банджо и Казуй. Просто. А теперь вы меня ни за что не найдете. Ай-яй-яй, прошу вас, меня не нужно открывать как можно быстрее, чё? Дай ему с кулака. Чё, надо на тебя прыгнуть, что ли? Стример не тупой. Так, а... куда нам нужно? К пирату? Чтобы сказать ему, извини, чувак, мы, короче, твое сокровище нашли, но мы его разъебенили, да? Так нужно ему сейчас, ему прям так и скажу сейчас. Здорово. Бегемотикс. Археоптерикс. Ксм. Так, ну и чего? А сколько здесь всего-то? С тобой что делать надо? А это что?
у меня есть ощущение, что я что-то придумал. Очень интересно. Есть такое... Есть такое, знаешь, внутри, что я придумал что-то интересное. Да блин, сто пудов это так делается. Ну вот попасть — это другой вопрос. Где он? Блять. Тика боком. То есть, ну явно его надо победить как-то, да? Так вот зачем? Возможно, он нам пазл даст. Ну только нахер он мне этот пазл его. Интересно. Где мы еще не были? Вот, блин, в очередной раз, вот уже вторая игра на платформе такая, такого типа. Уровни не заканчиваются. Просто уровни не заканчиваются. Я не понимаю, почему так они сделали. То есть ты можешь выйти с уровня, ну, какого-то, знаешь, как в каком-нибудь Спайре или в Краш Бандикуте, какой-то конечной цели вообще нету. Это прям пипец нелогично. Зачем тогда делать уровни вообще? Сделать открытый мир, делать что хочешь. Что-то это нелогично. Может победить просто потому, что это тропа борзы? Не можем победить, потому что краб оборзил. Или я что-то не понял. Ой, блядь. И чё? Это не GTA. Типа в играх, которые... Чё? При чём здесь GTA, блять, вообще? То есть открытый мир сразу это равно GTA, что ли? Ну, такое. Куда счёт можно сходить? Что было в пещере? Так, подожди, они нам говорили, что... Подожди, 100. 100 должно быть на уровне. На каждом уровне 100 этих. 100 ноток. И причем здесь GTA? Причем здесь GTA и эта игра? Какая связь? Причем здесь открытый мир и GTA? Боссман! Каждый раз, как начинаю с тобой о чем-то, блять, рассуждать, у меня мозг плавится потихоньку. Держу в курсе. Мы тут все взяли, да? Да. Это я зря. Не надо, кусь. Не надо. Чё ты пыришься на меня? Чё ты пыришься? Домой иди. Нет, 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 нет. Прикольно, конечно, что они сделали этот звук. Тут. Прикол. Да ну а куда тогда? Где остальные-то взять? Я же вроде уже везде был. Еще где-то. Что, блять? Где мне просто выходить, что ли, с уровня или что? Я не могу найти эти нотки.
Так, а тут что было? Три. Блядь, тихо. Да ну, повернись. Повернись, мать твою, что ты делаешь? Что ты, блядь, творишь? Ну куда ты? Пиздец, ты дурак, нахуй. Да ну это еще, блядь, что? Давай еще на берег вылезем. Помахаемся здесь с тобой. Еще с этим камнем, че, блядь? А? Не понял. Что это? Бля, под водой неудобно, пиздец. Да ну какого хрена ты, блядь, так плывешь-то быстро? Плыви нормально, пожалуйста. Пожалуйста. Что это? Че это такое? Здорово. И че это такое? И чё? Банджо... Банджо-казуй? И чё? И чё это за прикол? Какая-то пасхалка, что ли, или что это? Да какие нахер пятнашки еще? Вон что-то. Каким-то волшебным супер-пупер образом нужно под водой проплыть по буквам Банджо-Казуй. Для чего тут непонятно? И зачем? И как это работает вообще? Ба! Чё надо сделать? Да это не работает. А что ты хочешь, игра? Чтоб я что здесь сделал? Трогать я их не могу. Не могу же. Не могу. Ну пошли нахуй отсюда. Чушь какая-то. Я, конечно, понимаю, что там... Какая в пизду латынь, боссман? Это, блядь, буквы английские. Латынь, блядь. Что? Эсрунгло. Латынь, блядь. Так, ну чё, мы куда мы идем? Не понимаю, сам себя. А здесь чё? Блин, у меня в ХП. Слышь, игра, где тут ХП было? Где тут был? Угу. Мне порой кажется, что босс меня просто троллит. Не с первых мимиков, я бы не сказал. Ну, да. В принципе, одни из первых. Ну да, где он этот есть? Dragon Quest. Там точно есть мимики. 100%. Их прям зовут мимики. Что это? Оу, жизнь. Тихо-тихо-тихо, я развернусь, я смогу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да ну... А, нет! Я смогу. Да ну что ты делаешь-то, блинский ты орёл? Ты издеваешься? Спасибо, акула. Ты лучший друг мой. Теперь. Остров... Хохуч... Чего?
акулий харч? Что? Не надо. Не надо. Акулий харч. Что, блядь? Дед, дед, дед! Где камень-то ему взять? Я что-то не понимаю. Хакулий. Или там написано очень странно просто. Зацепись. Ой, блядь! Тихо-тихо-тихо, я взял его. Великолепно. Акула напала на медведя, блядь. Смотреть без регистрации смс. Пизда, ничего не разобраться. Не мышь. Может быть. Чё, хохол кричит? Я не понимаю, чё, чё это за... Что это за... Хохол! Слушай. Чё? При чём здесь? Вообще это... Что ты кричишь? Зачем? Эта игра решила мою проблему. Уй! Надо полетать по кругу. Может, что еще найдем? Остров небольшой, вроде. Перьев достаточно у нас. Так, ну давай летим дальше. Здесь мы все взяли. Пёрышко может хватануть, попробовать. Хер там. Это не страус. Страусы не летают, блядь. Сам ты страус. Это птица-маньяк. Ты что, не понимаешь, что? Никто не угадал, все при заромашку. Так, ну я что-то я не вижу, чтобы здесь было что-то еще. Давай-ка я вот сюда еще раз поднимусь, посмотрю, что там. Что за яйца? Это швырять. Швырять, стрелять. Тут слишком много всего. Мы до сюда не долетали? Или что? Так, где-то я помню, тут был чувак, которого я не спас. Он, наверное, свистнет нам. Если... Ну, даже свистеть не пришлось. Окей. 4, 5, 5 собрали всех. Ууу, пазлик. Хорошо. Так, ну это самое высокое место здесь. И чё мне? Мы отсюда пришли?
новым, да. Ну я что-то пока хз. Вроде игра ничего, но я что-то... Мне не нравится вот этот вот момент, то что... Конца уровня нет. Как такового. То есть... Какой-то смысл пропадает, чтобы проходить эти вообще уровни. Тебе даже не обязательно, по сути, проходить их. Да, блядь, ты допрыгнуть что не можешь, петух, блядь. Чё там наверху? Мы там были? Там череп был, точно. Все. Так, стремительная... Ой, блядь, больно, сука. +95 +86, сколько будет? Кто у нас умный в чате? Че, попробуйте на голову упасть, что ли, еще раз? 181. Прекрасно. Да, говорю, в центр упасть ему. Ага. Да в смысле? Ты угораешь, что ли, надо мной? Пошел ты нахер. Все, я пошел отсюда. Мне не нравится этот уровень. Он слишком большой, слишком беспонтовый. Меня тут бьют. Обидка. Наш лучший результат по сбору нот в этом мире составляет 86. Где-то еще 14 было. Бамбуча! На нас. Так, я уже этот уровень забыл напрочь просто. Что здесь вообще было-то? Ну, вроде как... Что-то тут в другой стороне открыли, да? Да... Ой, блядь, развернись! И как? Окей, и как? Мне прям кажется, что пушка должна выстрелить и сломать стену. Я прям даже не знаю, почему. Так, ну окей, давай сюда. Тут такая игра наркоманская, что ты... Тут и не такое бывает. Я еще в муравья несколько минут назад превращался. Открывай, что ли. Все открылось. Спасибо, спасибо. Данкшон, ёбан народ. Так, не, пойдем лучше зайдем, а то потеряюсь. А как тут вообще сохраняться-то? Тут есть какое-то сохранение, да? Есть, курить. Зеро. Ты говорил про вещества, ну и что? Ну тут скилл был. Скилл древнего времени черепаторов. Подожди, мы там еще не открыли. Почему сюда приперлись? Я типа понял. Окей. То есть мы могли там еще один уровень открыть. А где это было? Может здесь? Я не помню. Да по-любому. В платформерах пушка, чтобы не выстрелила. В пиратском-то мире. Ну это, блин, бред какой-то.
А где? А где мир-то был другой? Я что-то уже забыл. Ну, боже. Бросай, медведи, что ты гуляешь с дурачком? Отлично буду выглядеть я с синим рюкзачком. Блин, ты, конечно, стихоплетка. Я так понимаю, нам... Сюда, хочешь? Ты своим носом хватит зелень-то чертить, ну? Это хорошо, когда люди стараются, когда делают перевод, ну, в плане, они хотя бы понимали, что это стих, и что нужно перевести это как стих, а не купами как. Так, у нас даже остается. Булькающее болото. Вот террас. А мы вообще такое видели? Чуть, я вообще такого места не помню. Где это такое? А где это? Где это в начале? Кто-нибудь видел это? Что я что-то вообще не помню такого. Вот это дела. Где же это тогда может быть? Ну чё, камень какой-то был? Что? Здесь внизу? Чё-то сомнение у меня. Хотя с чем черт не шутит? С чем бабка не шутит? Да, бабка? Так, это телепорты. А здесь не было ничего. Не, не сюда. Надо уровень найти хотя бы. Чё здесь нет? Это выход к следующей локации, да? А тут чё? Сюда мы заходили? К этому уровню, да? К пиратскому уровню. Значит, где-то в начале, что ли, было это? Да она с кротом постоянно срется каждую минуту. Возможно, здесь где-то что-то еще есть, а я просто это уже еще не видел. Потому что здесь была только одна дорога доступна. А может и нет. Ой, котел. А, нет, подожди, это ты. Я тебя с котлом перепутал. Здорово, женщина, расскажи нам страшные тайны. А мы поржем. Давай. Грунти чистит свои гнилые зубы пастой со вкусом соленого слизняка. Блять. А еще она моет свои волосы машинным маслом. Фу. А вот одежду Грунти добывает в бутике морщина слонина. А слушай совет, несмышленая птица, медведь-дурачок,
С ним не надо водиться. О, господи. Да. Я часто всех фей с котлом путаю. Мой косяк, знаю. Ох, блять, сколько тут уровней-то в этом мире. То есть я жаловался. О, котел. Здорово. Вы активировали волшебный котел. Найдите два одноцветных котла и сможете совершать, ну я понял, быстрое перемещение. Мы уже нашли как бы. Только вот вопрос насчет одинаковых цветов, это другой вопрос. То есть подожди. Сюда дорога к телепорту. Сюда дорога назад. По-любому, да? Здесь не могло быть ничего. Да вред. Рун. Гора Мамбо. Окей. Здесь мы ее как раз и собрали. Ясно, понятно. А где тогда же? Чё-то я тогда не понимаю, где это открылось. Абсурднее себе не представить. Чистейшей воды небылица. Отправился Мишка в дорогу. И с ним за компанию птица. Ядрите. Не, ну а чё, плохо что ли? А как, куда ты будешь перемещаться? Если нет второго котла. Куда вот? Вопрос дня. Сразу к другому котлу? Ну это что-то слишком просто. Здесь было. А я не хочу. Стой, я не хочу. Потом, может, захочу. Ну что, придется походу идти и дальше, что ли? Так, где дверь-то открылась? Я что-то нихера не понимаю. Где-то открылась дверь, а где не пойдем. Класс. Парам-парам. Может здесь? Я просто не обследовал еще же это место. А, кстати, похоже. Пиранью шляется. Это бревно. Тихо. Чё так много перьев? О! Опять наша подруга. Давай рассказывай, блядь, трави. Моя неряшливая сестра частенько спит на груди сокровищ. Вот замарашка. Это разве отвратительный факт? Или типа ты ее с драконом сравнил? Грунти всегда выигрывала звание мисс Зловонные носки. Это было на конкурсах красоты. В школе ведьм. Грунти любит хвастаться появлением в ежемесячнике «Тучная чародейка». Где она позирует? В термокальсонах? Что, блядь? Пизду тебя, ведьма. Ты, блядь, еще... Она еще злее, чем ее сестра, по-моему. Термокальсоны, блядь. Что это за жесть?
Бум! Нанах! Выключил его! 260! Ядрить. 260. Да ну его, медведя! Раскинем ом скорее! Сидеть верхом на ведьме гораздо веселее! Подожди, а где тогда уровень-то следующий? Я что-то вообще не понимаю. Мы же даже уровень не нашли. То есть я сюда пришел и чего? What the f... Мы что, можем на руку и прыгнуть, что ли, или что? Да нет, не допрыгнул. Хотя мы могли бы пойти. Не-не. Где уровень-то следующий? Алло, игра. Да. Действительно. Я ж сюда не зашел. А что здесь? Камера, развернись, пожалуйста. Я не люблю, когда так делаешь. Так, а вот как раз и болото, да? А вон и дом тот самый. Нашли, наконец-то, хоть что-то. Тут двери-то ядрить. Золотое перо? А мы можем плавать по этому? Ясно, я тебя понял, игра, я тебя понял, я пытаюсь взлететь, он не летит. Лети, дурак, блядь, умрем сейчас нахуй. Вода пираньям принадлежит. Кусь-кусь. Ну, спасибо. Ага. Нам нужны какие-нибудь бронетрусы, походу, да? Булькающее болото. Я тебе говорю, смотри, вон сапоги лежат. Здесь можно приобрести новую технику. Разуй глаза, длинноклювая. Там сапоги вон, смотри, какие-то. Ой, ладно. Надо заканчивать стрим, на самом деле, я схожусь. Так. Сейф. Надеюсь, все сохранится. Завтра будем продолжать. Сегодня уже все. У меня уже 3:30. Отдыхать идти. Вот. А за что? Среда? Да норм. Норм. Дня за 3 пройдем, я думаю. Может за 4. Может за неделю. Не знаю, без понятия. Всем спасибо, что смотрели на канал. Подписывайтесь, в группу вступайте. Все в описании под каналом есть, если что. Всем доброй ночи. Вам удачного дня. Увидимся с вами завтра и пока. Пока и хоба. Бык.